Так, друзья, привет. Есть мотор от мотокосы Zomax 5302. По его характеристикам 1,4 кВт, 52 куба. В общем, мотор новый, проверенный, протестированный. Есть в наличии. Стоимость такого мотора 2000 гривен. Тоже давненько валялся, нашел его, протер, протестировал. Так что есть фирменные моторы зомаксовские по 2000 гривен, пару штучек. Так что успей купить такую штуку. Будь готов к сезону, пускай голова косы будет у вас фирменной. Все новенькое, только немножко там прихватило ржавчинки. Карбюраторы заводские Zomax. Все есть. Заводской номер. Все как полагается. Так что звоните по номеру телефончика и приобретайте такой моторчик у нас. Хорошего дня, до свидания.